И последнее. В Айхале строят новую воскресную школу. Отдельное здание изначально планировали при открытии храма. Однако приступить к строительству смогли лишь этим летом. Подробности в сюжете наших коллег. Воскресная школа Айхальского храма Рождества Христова готовится к переезду в новый дом, строительство которого активно проводится на территории церкви. Помимо аудитории для занятий, в нем будут помещения для уроков труда, штаб казаков и библиотека православной литературы. Под эгидой Айхальского ГОКа и главных руководствующих лиц все подразделения Айхальской площадки очень много задействованы, очень много помогают людей и очень таким вот способом стараются все вложить свои какие-то участия в подарок для и приходской жизни, и всего поселка. Воскресная школа в Айхале действует больше 10 лет. Она возникла еще в старом храме в Нижнем поселке. Преподают в школе постоянные прихожане, специалисты в различных областях. Большинство учеников – дети прихожан. Наши дети и мы сами очень нуждаемся в том месте, где мы можем духовно развиваться и наполняться любовью и радостью к жизни, к окружающим через познание Бога. Здесь, в воскресной школе, мы будем учиться делать добро людям, мы будем творить его, учиться сострадать людям, любить, уважать и помогать им. Фундамент нового здания заложили 3 года назад. Строительные работы начались в конце июня текущего года. В это же время начался ремонт в приходском здании. Занятия в школе проводятся по воскресеньям в дневное время. Учебный год начинается осенью и заканчивается в начале лета. Сейчас воскресная школа на каникулах. Открытие нового здания планируется 4 ноября текущего года. Валерий Усманов, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».